Друзья, всем привет! На связи мирпалаток.рф. У нас появилась новая линейка палаток фирмы Chanadak. Chanadak — это китайская хорошая качественная фирма. Вот сейчас мы будем ставить конкретно трехместную палатку. Вот такие вот у нее размеры. Значит, комната у нее идет 220 на 220 сантиметров. И вот этот вот тамбур 70 плюс 70 сантиметров, то есть тут считается вот эта вот часть 70 и вот эта вот часть, которая наискосок идет, она как бы отдельно считается, то есть 1,40 на 220, вот такой вот у нее тамбур. Она двухслойная, то есть верхний слой — это тент водонепроницаемый, и вот это вот слой с полом, который это будет дышащая ткань. Вот сейчас мы ее поставим и покажем все. Значит, с завода они идут вот так вот, в такой упаковке, то есть идет сумка, чехол, и сама палатка вот идет в коробке. Вот. Ну, коробка это как бы одноразовая, потому что вы, когда ее достанете оттуда, то обратно уже ее туда не положите, потому что она здесь очень хорошо свернута. Народ, вот мы поставили палатку данную Chanadak. Это самая маленькая из линейки, то есть она трехместная. То есть вот так вот она выглядит, вот так стоит. Все достаточно просто. Три дуги, одна дуга для тамбура. Натяжение дают колышки. Ну вот здесь колышки, везде надо поставить колышки. Колышков достаточно в комплекте. Вот такой вот тамбур внутри. Здесь идет специальная лямка для того, чтобы он не разъезжался, да, то есть ограничитель. Вот она идет комната. В комнате, значит, у нас москитная сетка очень мелкая на двери, вот идет. И два окошечка. Вот одно с той стороны, одно с той стороны. На окнах идет двойная москитка, потому что идет москитная сетка на комнате, и москитная сетка еще идет дополнительно на тенте. Вот, значит, тент 3000 миллиметров водяного столба, вот здесь вот как бы на видео сложно передать, но он проклеен, пропитан пропиточкой, и вот сейчас покажу, вот видите, швы проклеены, вот такая, видите, полоска здесь, то есть все швы у нее проклеены, вот по швам уже ничего не побежит. Вот мы в принципе отказались от палаток уже без проклеенных швов, потому что получили немного хейта от этого, и как бы стараемся брать покачественные палатки сейчас уже, в которых швы проклеены. Вот. В принципе, палатка достаточно простая, не сильно тяжелая. Кстати, забыл уточнить, еще вот, вот здесь и вот здесь, с двух противоположных сторон, здесь есть по два кармашка таких, можно туда что-то положить. Вот, зарядку, телефоны, там еще что-то. По высоте она примерно мне вот так вот, чуть ниже, чем по грудь. То есть чисто спальная палатка, тамбур для того, чтобы положить какие-то вещи, укрыть от дождя, там, не знаю, чтобы какие-нибудь кролики не погрызли, если они у вас водятся в вашем регионе. Вот. Крайне рекомендую сразу на растяжке все делать. Мы не делаем, потому что у нас ветра нету. Но если вы дольше, чем на 1 час ставите палатку, то лучше сделать растяжки, потому что сейчас очень сильные ветра и может у вас просто удуть. Вот. Колышки здесь идут вот такие вот. Не очень, так скажем, они прикольные. Поэтому в нашем магазине мирпалаток.рф есть хорошие колышки, усиленные. Можете их дополнительно приобрести. В общем-то, еще раз обойдем по кругу, покажем, как это все выглядит. Все аккуратненько, никакие нитки не торчат. Значит, окна большие, где-то 50 примерно. Ну, грубо говоря, 50 на 50. То есть хорошо будет проветриваться. Все на замочках, дополнительно на липе. И здесь вот на таких вот этих пуговочках, так сказать, все это застегивается, и они везде такие. Вот москитка тоже закатывается. Значит, дверь вот эта вот, вот здесь есть дверь на ночь, которую можно закрывать, она закрывается чисто изнутри. То есть сначала закрыли москитку, двухсторонний замок здесь идет, закрыли москиточку, и потом закрыли уже дверь изнутри. Вот снаружи ее как бы, ну, можно закрыть, только сначала на москитку закрыть. Вот Chanadak. Расцветка очень приятная, зеленая с темно-зеленым. И вот эта вот красная вставочка, как обозначает, все равно сигнальная, так скажем, идет.
Очень простая, очень легкая. А чуть дальше в описании под видео все габариты в сложенном виде и вес укажем. Вот, значит, заказать эту палатку можно на сайте мирпалаток.рф, также в нашей группе ВКонтакте и на нашем аккаунте в Инстаграме. Все ссылки будут в описании под этим видео. Переходите, заказывайте.